Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши зрители, уважаемые наши читатели. Добро пожаловать в Клуб Само. Хочу сказать вам, что Клуб Само для кого? Для тех людей, которые ищут новые возможности, для тех людей, которые хотят свой бизнес привести на международном уровне, для тех людей, которые ищут партнеров и ищут среду, которая сильнее, чем он сам, чтобы прийти на новый уровень. Мы же прекрасно понимаем, что фундамент, то, что позволяет человека изменить, это мышление. А мышление формируется легко, когда есть правильная среда. Среда сильнее, чем сила воли. Дорогие мои, станьте участником Клуб Само, измените свое мышление, приходите на новый уровень. Возможно, вы там найдете себе партнеров, которые помогают вам прийти на международный уровень. Именно партнеров, которые позволяют, помогают вам, можно сказать, новые бизнесы запустить. Возможно, вы найдете себе инвесторов и другие. Обмен опытом. Если вы хотите побыстрее развивать свой бизнес, чтобы побеждать стратегически своих конкурентов и так далее, добро пожаловать, вы найдете себе стратегического партнера. Я лично заинтересован, чтобы в Клуб Само были сильные люди. Дорогие мои, возможно, следующим миллионером в нашей системе будет это вы. На данный момент у нас 36 долларов миллионеров, которые выросли через нашу систему. Возможно, это ваш шанс. Добро пожаловать, увидимся в Клуб Само.